Еще несколько дней назад напротив дома 50 по проспекту Октябрьской революции шла оживленная торговля. Сейчас нет ни продавцов, ни товаров, только гниющие остатки фруктов и мусор. А пустые торговые павильоны увозят на специализированные площадки. Демонтажом и изъятием продукции занимается Главное управление потребительского рынка и лицензирования. Они осуществляют обходы, дают уведомление о том, что в определенный срок точка должна быть демонтирована. И если ничего не происходит, то приезжают и демонтируют. Полномочия по пресечению незаконной деятельности предоставили и муниципалитетам. Теперь представители районных администраций города 3 раза в неделю выходят в рейды. В рамках 130-го закона об административных правонарушениях, часть 1, статья 11.1, проводится выявление таких фактов и составление протоколов и дальнейшая передача их мировым судьям Гагаринского района. Но у севастопольцев есть свой взгляд на благоустройство города. Некоторые считают, что торговые павильоны здесь необходимы. Все аккуратно сделать. Аккуратно какие-то киоски, все узаконить и аккуратно это не сделать. А вот другие жители проспекта Октябрьской революции говорят об обратном. По их мнению, лоточная торговля портит внешний облик города-героя. У нас город-базар превратился. Никакой ни красоты, ничего. И потом торговцы никогда за собой не убирают. Давайте говорить честно. Всегда остается огромное количество грязи, где расплодились крысы, ходят толпами. И, конечно, мы очень хотим, чтобы ничего этого не было. У нас есть рынок. За последний месяц сотрудники муниципалитетов города совместно с Главным управлением потребительского рынка и лицензирования провели более 70 рейдов по выявлению и демонтажу незаконно размещенных торговых объектов. А за тем, как город очищают от стихийной торговли, наблюдают Катарина Вербицкая и Сергей Котляренко. Информационный канал Севастополя.